релаксацию, релаксирующее движение вот этих вот поясничных мышц, да, растяжение, вот мы по спирали так вот делаем. Татьяна вот так вот делала. Да, нет, что-то. Вот. Но это тоже может довести до хруста. И опять же, смотрите, с поворотом. Хотите сейчас, да, попробуем вот это? С поворотом, вот как я говорил, поворачиваем, да, мы поясничную зону. То есть на грудную клетку мы давим сверху вниз. А вот эту часть мы упираемся вот в эту косточку. Тыльной стороной руки, да? И стараемся ее проверить на вращение. Вот туда и раз, раз, раз. Где не идет, до упора доходим. На самом деле, опять же, надо действовать в этой противофазе. Угу. Помните, я вам змею показывал? Да, да, да. Перед этим движением нужно обязательно позвоночник. Да? Здравствуйте. Угу. Позвоночник простучать. Вот так. Это камера. Все, здравствуйте. Хорошо. Паузу, пожалуйста.